В Закарпатье избили полицейского. Местный житель пожаловался патрульным, что у него украли сумку с продуктами. Когда же правоохранители попытались разобраться, на одного из них напали. Чем закончился инцидент и почему он, собственно, возник, разбиралась Марина Коваль. Видео избиения полицейского сняли на мобильный телефон и выложили в интернет. На кадрах видно, как несколько мужчин окружили патрульного. Один из нападавших в камуфляжных штанах прыгает на правоохранителя и бьет по голове. Драка произошла в центре поселка Великий Березный возле магазинов. Полиции говорят, вчера в местное управление обратился житель с жалобой на то, что группа молодых людей украла у него сумку с продуктами. Ці громадяни, на яких вказав заявник, вони не тільки не захотіли співпрацювати з працівниками поліції, але й стали чинити їм опір. Сили були нерівні, тому що, ну, по-перше, всього двоє було працівників поліції і п'ятеро нападающих, кроме того, там были женщины среди нападающих. Алена Сурмай в числе тех, кого обвинили в воровстве, уверяет, ничего ни у кого не крали, продукты сами купили в магазине. Дідо закликав милицию. И милиция начала там всякого говорить. Милиция Даня за вас штукнула. Что он может сделать, той малый человек? Хлопцы не могли зарати и налетели. Пистолет я так взял, я так стала, кажу, стреляй. Хлопцы хотели меня закушать. Люди, избившие полицейского, подались в бега. Мать одного из них говорит, полицейские пытались силой выбить информацию, где ее сын. Меня верли в машину, повеление на милицию. Позирайте, как меня копали. А я при чем? Я не знаю, он в шоке. В магазине, возле которого произошел инцидент, от комментариев вообще отказываются. У нас тут свидетелей нет. Чему? У нас тут люди заняты работой. По факту нанесения телесных повреждений полицейскому при исполнении открыли уголовное производство. Виновникам, если их все-таки найдут, грозит до 5 лет тюрьмы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.